Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство OnePlus Nord N100. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве сделать скриншот. На самом деле это очень просто, просто невероятно просто. Вам нужно нажать одновременно кнопку питания и уменьшение громкости. Не удерживать, а просто одновременно нажать. Давайте попробуем. Нажали, все, скриншот готов. Нажав на скриншот, у вас откроется его вид. И вы можете либо сразу же поделиться, либо его удалить, либо же кадрировать, то есть, да, подрезать его, не знаю. Можете нарисовать на нем что угодно. Там выделить что-то и сказать, вот сюда нужно нажать, там, не знаю. Конечно же, цвет и размер кисти можно изменять. Также вы можете что-то закрасить мозаикой вот таким вот образом, если не хотите, чтобы какой-то текст был кому-то доступен. Также есть функция писания текста, то есть вы можете что-то написать, стрелочку поставить физическую. Так, где она? Вот стрелочка. Где же стрелочка? Он не работает. Сейчас, секунду. Должна работать стрелочка. Вот почему-то она не совсем хорошо работает. А, вот куча стрелок. Только каким образом? А, когда вы нажимаете на стрелочку, она появляется, и вы можете ее, скажем так, уменьшать, увеличивать, либо же удалять вовсе. Отлично, хорошо. Также работает выделение, то есть квадрат, да, вот таким вот образом. Ну и куча дополнительных функций, это очень интересно. Потом в конце нажимаете на галочку в правом верхнем углу экрана, и ваш скриншот сохраняется после такого действия в галерее, в коллекциях, в записи, ой, не в записи экрана, простите, а в скриншотах. Ну вот и все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч.